сегодня буду учиться кататься на скейте. Кто попытает? Как он страшно будет. Ой, мать! Ох, бля! Дайте-ка я вам скажу, товарищи. Вы потом меня не осуждайте, мои дорогие. Потому что мне скоро 80, через 4 года. Поэтому если мне и за 100, и за 200 не получится, не осуждайте его. А хочется современному всему этому научиться. Вы-то вон как гоняете, а мне хотя бы стоять научиться. Больше мне ничего и не надо. Ну, пошла я. Так, и сейчас я тебе покажу, как мне хотя бы встать. Посмотри. Передняя нога, вот так стоять, найти. Два. Болта. Да. Два. Перенесла. И вторая вот такая, вот такого боку. Я отсюда уже отталкиваю. Сначала я буду учиться держать равновесие. Сначала надо мне равновесие учить. Так, стоять маленько надо. Вот. Я что есть? Ехать ее, едется. Но вот так, чтобы сразу. Нет, не только под меня выскакивать. А если в гору? Ты хер с горы. Я не с горы, я в гору. Да, туда он помедленнее. Ладно, я не хочу ехать. Да, поехали. Стой. Никак. Никакушки. Ушки. А вот поднять ее высоко. Еду. Нет, не получается. Вот левый ногой не путает, что она... Оп! Нет. Посильнее, потому что надо. Ну и так все самостоятельно. Нет. Никак она у меня еще больная нога. Там еще... Тьфу на вас. Ну, дай пресет. Ты сядут, у меня и ноги не сгибаются, блин. Не хватает. Красиво, Камиль. Вот так поеду. Вот. Это красиво. Тут и даже не сразу. Тут сразу одна по пути поеду. А что, если так? Точно. Так не иду. Попробуй с горки. А что просто? А что? Вот, видишь, научилась. Нажок кататься. Руку.
Товарищ, дай руку, подними меня. Открути. Он переворачивается. С дороги. Ёб твою мать! Красная армия. Ой, бляха. Вся как чурла, сейчас домой приползу. Вся в грязи. Отписки. Нет, очень круто. Фу ты, мать твой. Ну что, я согласна. За 100 я не научусь. И за 2 часа не научусь, потому что я человек уже пожилой. А пожилой, значит, уже пожила, что ли? Вот вам хуй. Я еще не хочу. Да что я вам нахер пойду треки записывать? А-а-а. Ух, блядь! Он мог проскочить туда, и все. А мы заходим.